Nokia N8. Замена сенсорной панели. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Nokia N8». Откручиваем 4 винта по периметру задней части телефона. Затем металлической лопаткой поддеваем дисплейный модуль и поднимаем его с одного края. Отсоединяем шлейфы сенсора и дисплея. Далее металлической лопаткой отделяем сенсор от дисплея. В новую сенсорную панель вставляем дисплей и прикладываем к нижней части корпуса телефона. Защелкиваем шлейфы сенсора и дисплея. Закручиваем 4 винта в заднюю часть корпуса телефона. Все, сенсорная панель заменена.